Не так много времени остается, когда выпускники будут сдавать единые государственные экзамены. Подготовка к этому идет уже полным ходом. В пунктах проведения экзаменов по всему Краснодарскому краю состоялось региональное тренировочное мероприятие по английскому языку с участием 11-классников. 2700 кубанских выпускников пришли на 62 пункта проведения экзаменов, чтобы принять участие в этой ответственной тренировке. В их числе были и 44 славянских 11-классника. Для них в первом лицее подготовили все, что необходимо. Особый экзамен, технологически особый, в том, что здесь очень много задействовано техники, и он немножечко отличается от остальных экзаменов. Поэтому наша главная задача стоит в том, чтобы показать в первую очередь выпускникам, в вторую очередь организаторам, нашим учителям, как это все работает, как это взаимодействует во время экзамена, чтобы потом в основной период экзамена ни у кого не возникло паники, все сработали достойно и хорошо, чтобы в первую очередь не пострадал выпускник наш, чтобы он сдал экзамен, у него не было волнений. Во вторую очередь показать всем нам, организаторам этого экзамена, в том, что это действительно все работает, что это все честно, открыто, доступно, что действительно ты насколько готов, настолько ты и добьешься своего результата. Наша задача показать для всех, что ЕГЭ это честно. 11-классники получили возможность потренироваться в выполнении экзаменационной работы в реальных условиях. Это поможет им на настоящих экзаменах. Английский люблю, поэтому решила сдавать для будущей профессии. Но чувства, знаете, смешаны. Все равно немного страшно. Хоть и пробник, но и некоторое волнение присутствует. Настроена на боевой лад. Все сделаю, все решу, все проговорю. И все будет супер. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».